Знает своего будущего даже само человечество. И никто не предполагал, что наша цивилизация столкнется со старой, но давно забытой угрозой – чумой. Поначалу никто не понимал, как с ней бороться, поскольку болезнь мутировала, оставляя после себя лишь смерть, разрушение и пепел. Помощь пришла откуда не ждали. В Москве, на Первой Дубровской улице, в доме номер 13А, строение 1, появились люди, чьи лица скрывали клювастые маски. Однако именно они стали раздавать всем зараженным чудодейственное пиво, которая излечивала от этой болезни. Но секрет производства этого пива хранился в строжайшей тайне. Очень быстро объединение этих людей получило официальное название. Гильдия пивных докторов «Толстый крыс». Очередь больных быстро переплюнула очередь в мавзолей Ленина. Но был и среди них один по имени Пивонеско, который решил использовать доверие больных в своих целях, считая, что можно создать еще более эффективное лекарство, чем пиво, и заодно создать конкуренцию другим докторам. Именно к этому доктору и попал майор Диего Родригес Орочимару де Николас, или же просто майор Дрон. В результате эксперимента Пивонеско Дрон едва не расстался со своей жизнью, но был вовремя спасен другими докторами. Пивонеско после этого бесследно исчез, а гильдия «Толстый крыс» была вынуждена уйти в подполье. Шли месяца, чума немного поутихла. Однако Пивонеско неожиданно объявился, начав новую охоту. Сможет ли майор Дрон противостоять своему врагу? Сможет ли он одолеть своего врага? Чем закончится эта история? Вы узнаете это, если досмотрите этот сраный фильм до конца.
Здравствуйте, вы пивной доктор? Здравствуйте, проходите, ложитесь. Вот, выпейте это. Как себя чувствуете? Уже получше. Можете пошевелиться? Да что тут сложного? Ой, я не могу, это так и должно быть. Да, все верно. А теперь проведем операцию. Что за операция? Все же только пьют ваше пиво, которое вылечивает за пару дней. Я решил попробовать поэкспериментировать на вас. Так сказать, найти нестандартное решение. Просто дайте пиво. Хочу пиво. Для всех пиво, а для вас мое авторское видение. Нет, нет. Не надо, что вы делаете? Я уже в сознании. Нашу первую культурную достопримечательность. Благодаря нашему всеми любимому мэру Геннадию Кукушкину сегодня мы можем этого сделать. Давайте ему похлопаем. Алло, кто это? Привет, дрон. Узнаешь меня? Товарищ полковник, я очень рад вас слышать. Майор дрон! У меня есть для тебя задание, от которого ты не сможешь отказаться. Если это связано опять с вашими делами по продаже недвижимости, то меня не впутывать. Не это. Чисто по твоему профилю. Я как бы еще на реабилитации, и неизвестно, сколько еще пройдет времени на залечивание душевной травмы. Именно поэтому я тебе и звоню. Пивон Экспо объявился. Не может быть. Вот именно. У тебя есть шанс отплатить ему по счетам. Всего лишь нужно его поймать. И за это, дорогой мой друг, ты получишь солидное вознаграждение. Я настроен решительно. Я готов поймать его. И еще. Даю тебе в помощники очень хорошего человека. Его зовут Августин Данилович. Человек он своеобразный. Но очень ответственный. И еще, держи связь с сотрудником нашего морга, куда сваливают тела жертв Пивон Экспо. Я вас понял. Спасибо за помощь. Остановлю Пивон Экспо как можно скорее. Вот это я понимаю. Настрой. Давай, удачи.
Такое начало надо отметить. Схожу-ка я в Авангардный театр. Это то. Браво, великолепно. Это не то. Ребят, не ходите туда, там опасно. Нам надо туда. Нам вообще туда надо. Нахуя? Ну и пи***те. Все равно там сдохнете. Парни, вот это место. Я хотел вам показать свое любимое дерево. Это оно. Ну ага. Слушай, неплохо. Вот урод, блин, не давал нам пройти, да? Дальше какой-то ублюдок, я бы сказал. В натуре. Ну ладно, постоим у дерева. Давай здесь постоим. Давайте поболтаем. Давай. Ребята, вот мы и пришли в лес отметить наше достижение. Мы впарили очередной пенсионерке утюг, который в 10 раз превысил свою стоимость. Спасибо, друг, что позвал нас сюда. Мы ведь с тобой самые лучшие друзья. Я очень счастлив, что мы с тобой сюда пришли и можем постоять у этого дерева. Слушай, ты опять наелся дешевых бургеров, что не вылезал из туалета 3 дня? Ну да, уй, так и есть. Плохо. А что поделать? Кушать меньше. А я не могу. Я люблю. Хреново. Слушай, ну сколько раз тебе говорить, свой желудок надо уважать. Лучше съесть меньше, но дороже. Чем больше, но дешевле. А иначе желудок ответит тебе гребаной язвой, гастритом и прочими прелестями. Луи, не надоедай ты со своими лекциями. Мы же лучшие друзья. Мы собрались у этого дерева. Мы никогда не оставим друг друга в беде. Это точно. Слушайте, ребят, мне надо по-малому. Ребят, я тут ногу нашел. Давайте посмотрим на нее, как на музейный экспонат. Ты че, ногу обоссал? Ага. Это вообще как? Молча. Короче, ребята, у меня есть идея. Какая? Давайте сейчас возьмем ее и отнесем в ближайшую шаурмечную. Бабла поднимем, люди поедят. Слушай, а это уже бизнес. Это вам не бабкам утюги впаривать. В натуре. Бабла поднимем, я думаю, нормально. О нет! Это чумной доктор Пионеско! Бежим!
Беги! Каждый сам за себя! Сансара! Хочешь подраться? Ну давай. Буду драться с тобой руками и ногами. О нет! Я безоружен! Все, слова «Авангард» ношу в черный список. Если где увижу надпись «Авангард» — в черный список. Услышу от друга — в черный список. Увижу на доме — снесу дом к чертям. Алло, это Август Данилович? Здравствуйте, это доставка хлеба? Это майор Дрон. А, майор Дрон, меня предупреждали о вас. Чем могу быть полезен? Как ты знаешь, нам нужно поймать пивного доктора. А чтобы найти его, нам надо в первую очередь найти его логово. А для этого попробуем отработать версию с убийствами неподалеку от его логова. А мне принесут за это грузовик хлеба? Да. Все, уже начал. Были здесь, здесь и здесь. Так, что если соединить их всех? Получается какая-то непонятная фигура. Ага, и здесь было последнее убийство. Что бы это могло значить? Убийства были достаточно далеко друг от друга.
за чемпион Экспо вообще убивать? Он же доктор, который пытается всех спасти. Пора посмотреть телевизор, а то никак не идут мысли. Чума витает вокруг? Вы уже успели похоронить всех своих родных? Чумовые конфетки Кэнди со вкусом рвотных язв. Съешь одну и получишь хрен с ногой. Чумовые конфетки Кэнди, купи пока живой. У тебя умер родственник, и теперь его тело некуда девать? Похоронное бюро «Без мора» предлагает свои лучшие услуги по выгодной цене. Звони, пока живой. Турфирма «Норка Рейн». Мы предлагаем самые увлекательные туры в самые захватывающие места мира. Вы увидите удивительные картины, которые более нигде не увидите. Звоните нам прямо сейчас, пока вы еще живы. Шаурма от Рум со вкусом человеческого мяса. Для приготовления шаурмы от Рум используются только части тел здоровых и незараженных чумой людей. Шаурма от Рум. Ешь пока живой. Вы с утра выпили кофе, но вкус его был не тот? А потом ваша коллега рассказала, что подкинула в него таблетку, которую выдают быкам для их крепкой потенции? А потом вы узнали, из чего эта таблетка состоит? Выход есть! Топор мечта! Топор мечта! Реализуй свою мечту! С вами в эфире Бред Комедиан, и сегодня я расскажу вам про очень эксцентричную личность, из-за которой российское кино пробило непробиваемое дно. Речь о Сергее А. Серж ужасно боится показывать свое лицо, и это неудивительно, учитывая уровень его фильмов. Посмотрите только на то, какой кошмар он сотворил своим фильмом «Тайна Слендермена», где его персонаж весь фильм просто бегает среди деревьев и выкрикивает. Господи. А его фильм «Лес мертвых акул» по праву называют худшим акульим фильмом в мире. О нет! Это правда! Это правда, что я вижу! О нет! Можно еще вспомнить такой сблев, как «Побочный эффект», где чувак в костюме птичьего молока потрошит невинных людей, доставая из их брюха сердце, купленное в Алиэкспресс. Одни названия его фильмов чего стоят? «Атака бумажных зомби» или «Подъезд живых мертвецов», «Лес мертвых акул», «Дзержинский пугает теплоход», «Нападение акулы трамвая на Ташкент», «Лимон против овощной акулы», «Инопланетное вторжение живых туалетов». Непонятно, откуда у этой икринки Тарантино деньги на все это безобразие. Говорят, что Серж нашел золото партии и снимает на него свои кошмарные фильмы. Однако один его фильм очень выделяется на фоне других, и ты, зритель, прямо сейчас его смотришь. Алло, Август Данилович. Как у вас с поисками доктора? Алло, привет, майор Дрон. Все потихоньку гуляю тут. Пока ни доктора, ни трупов. Хорошо, я тебя понял. До связи. Алло, медика Эдика Глухрокова, мне к телефону. Алло, мне сказали, что вы сотрудник морга, куда свозят всех жертв Пионеско. Все верно. Чем могу быть полезен? Что общего между погибшими? Ну что сказать, мочили их брутально и беспощадно. И это все? Пока все. Хорошо, как будет больше информации, то позвони мне. Хорошо, до связи. Так, Фёкла Розмаринова, 80 лет. Насмерть задавлена роялем. Ну что ж, приступим.
Алло, похоронное бюро без мора. Я вам тут новое тело нашел. Бабка богатая, так что... Когда умерли моя жена и дочь, я был в глубокой депрессии. И стать пивным чумным доктором было отличным решением. Я увидел в докторах то, чего не видел в других. А главный произвел положительное впечатление. Я готов был отдать свою душу, чтобы помогать им. Каждый день отдавать себя, чтобы спасти несчастных людей. Но оказалось, что нет, все не так просто. Сначала одной неуравновешенной шаурме не понравилось, что я пишу не так, как ей хочется. Потом ей же не понравилось то, как я изобразил глаза пациента в отчете. Да как эта петрушка, которая сама ничего не смыслит в моей травной специализации, посмела меня начать учить? В конце концов, мой большой труд, который я делал долгое время, этот куриный бульон просто взял и проигнорировал, отказавшись отвечать на мои вопросы, а у других моих трудов отказались указывать авторство. Эти яйцеголовые старательно стали стирать мое имя. Однажды вечером мне удалось проникнуть в их логово, и то, что я узнал о себе, меня шокировало. Эта кучка жалких картофелин хотела всеми силами дистанцироваться от меня. Товарищ присосался. Руки из задницы. Все обливались от одного вида. Вот что я услышал в свой адрес в тот вечер о своих трудах. И это после всего того, что я сделал для этих чебуреков. Это после всех моих вложенных трудов. А главный оказался обыкновенной булкой для хот-дога, которой управляет сосиска. А я ведь в какой-то момент был готов отдать свою душу. И что я получаю в ответ? Что от меня надо дистанцироваться? Что им без разницы на мои труды? Да эти кочаны капусты ничего кроме своего пива и не сделали! Я захотел с ними поговорить по-дружески. Но тут же взвыл леденец в виде вороньего черепа, и главный запретил другим вообще со мной общаться. В тот момент эти птичьи котлеты просто убили во мне того самого доброго, маленького человечка, который хотел только самого лучшего. Во мне что-то умерло. Что-то, что делало меня самым милым и добрым. Старый доктор умер, и родился новый, который не знает пощады. Я начал ставить опыты на пациента, поскольку во мне кипела жажда превзойти всех докторов так, чтобы я смог найти более эффективное средство для борьбы с чумой, оставив всех остальных за стенками деревенского туалета. Я хотел победить саму смерть любой ценой, даже если умрут все. Если бы не майор Дрон, то тогда бы я и дальше убивал пациентов. Но теперь я изгнанник. Мне пришлось затаиться, залечь на дно. Я ждал. Я долго ждал и создавал вещь, которая мне поможет не только одолеть их, но и захватить весь мир. И вот, этот момент пришел. Пришла пора напомнить о себе, чтобы эти чумные пельмени пожалели о том, что совсем не ценили труды такого человека, как я. Чтобы главный потерял уже свою макаронину на клюве. Чтобы вся гильдия толстой крыс только и думала обо мне. Я Пиванеска! Я вернулся, чтобы вершить свою месть! И месть моя будет беспощадной! Сейчас тебе покажу Пивонеска. Он ушел от меня. Алло, Август, есть что сказать? Привет, майор. Я нашел тут, кажется, одного свидетеля, который видел логово доктора. Отлично. Не забудь потом заглянуть в гильдию толстых крыс. Они наверняка что-нибудь расскажут. Ну да. Скоро отправляюсь с ним на встречу.
Хорошо, жду. Володя! 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 Володя спекся. Вот черт, это из-за того, что я не съел хлебушек. Надо срочно бежать и есть хлебушек. Так, статью про коррупцию в компании БЧТР сдал. Статью про коррупцию в СОВ сдал. Осталось только написать статью о том, как гильдия чудо-пивных докторов «Толстый крыс» сидит в подполье, и можно будет приступать к статье о пиво Неско. Да, скорее всего так. Нет, я не дурак, чтобы дверь открывать. Думал, что меня прикончить будет очень просто. Да. Не случайно же меня зовут Михаил Фауст, поскольку я наигрался в свое время с дьяволом, и теперь умереть не могу. Ну да ладно. Это, конечно, не бандитский Петербург, но тоже было очень кроваво. Есть информация. Да, у погибших есть кое-что общее. Что же? Во всех жертвах найдены какие-то неизвестные нам паразиты. Понятия не имею, что это означает, но это вполне может быть уликой. Хорошо, что-нибудь еще? Все, до связи. Алло, Степочка! Чувак, ты не офигел ли? Какого черта ты упоминаешь мои рыжие волосы? Ты же понимаешь, что если все узнают, что я рыжий, то меня в гильдии свергнут. Ведь у рыжих мало того, что нет души, так еще моментально все начнут петь эту песенку. Рыжий-рыжий, конопатый, убил дедушку лопатой. Все, пошел в задницу. Никакого места в гильдии тебе не видать. Здравствуйте. Вы, я так понимаю, главный по гильдии. Здравствуйте. Да, я главный, так понимаю, вы от майора Дрона. Откуда вы узнали? Я экстрасенс, который умеет считывать мысли. Ну, и что вы видите в моем уме?
кроме хлеба. Идиот! Мне Дрон позвонил! Короче, рассказывать про то, как нас всех подставил Пиванеско, я не буду. У нас есть немало материалов, которые остались от него. Дрон их еще не видел, поскольку у нас не было повода их показывать. Но теперь они вполне могут помочь. И что же это? В левом шкафу лежит папка. В ней все записи Пиванеско, которые он после себя оставил. Хорошо, а можете немного рассказать о том, каким был этот Пиванеско? Поначалу все шло хорошо. Он точно так же, как и мы, решил помогать людям, а мы доверили ему секрет нашего пива, которое лечит от чумы. Однако вскоре он стал ставить на пиве опыты, а потом и над больными, которые просто-напросто умирали. Мы не знали ничего об этих опытах, ровно до тех пор, пока на койку не попал майор Дрон. Как оказалось, при наркозе у всех пациентов при парализации отключалась речь, но не у Дрона. Он смог позвать на помощь, а мы его спасли. И что же потом? А потом люди стали нас бояться. Нам пришлось уйти в подполье, а чудодейственное пиво лишь изредка выпускаем в свет для высших лиц. А что, нельзя сразу и для всех? Тогда у нас были возможности производить большими партиями и разносить его по домам. А теперь, когда люди видят в нас только страх и ужас, а теперь еще и убийство. Поэтому, Август, передай Дрону, что только остановив этого безумца, он сможет помочь нам вернуться назад в свет Божий. Хорошо, я вас понял. Это Жак! Мы вам воду отключаем! Степочка! Я знаю, что это ты! Это не я! Это Жак! Дорогой Жак, иди в задницу! Ням-н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 ям-
Нет!
козел! Какого черта ты снимаешь про нас видосики, да еще имена коверкаешь? Из-за тебя меня теперь начнут называть рыжим! Если ты хочешь, чтобы мы продолжали с тобой общаться, то удали к ядрине матрене все, что ты наснимал. Мне до фени, что ты потратил свои кровные на контент. Наша гильдия сильна. Мы тебя найдем, и я лично тебя на своем компьютерном столе... Алло, здравствуйте. Это доставка хлеба, я так понимаю. Ёкарный бабай! Это был Август Данилович. Теперь о нас все узнают. Гильдии, пи***ц! Давай, пришли мне список должников. Принеси еще! Мне нужно сбежать из Таркова, чтобы встретить Капхеда и вместе уничтожать демонов в аду, пока Степочка будет дразнить меня пиццей с халапеньо! Черт, вот это подстава от Эдика Глухрокова. Бабка-то воскресла. Черт, а я и уже и место на кладбище заказал, и гроб золотой заказал. Уже готовы были закопать ее. Она воскресла. Ах, найти бы мне этого Эдика Глухрокова, который посоветовал мне бабульку эту закопать. Закопал бы самолично вместе с этой бабулей. Ах, теперь придется переформлять снова документы. Меня, Элиса Дравдейла, заставляют переоформлять документы. Снова. Черт бы побрал этих воскресших бабок. Так, хорошо. Ох, ну что поделать? Бабка воскресла, что-то с этим надо делать. Да, сколько работаю в похоронном агентстве. Но чтобы клиенты восставали из гробов, такого не бывало. Отличные бумаги мне подогнал главный. Так что же в них такого? Так, этот первый документ нужно детально изучить. Так, смотрим дальше. Смерть — это только начало. Мертвые должны вернуться к жизни. Ё-моё, Илон Эск, получается, хотел научиться воскрешать мертвецов. Но это из бездец. Так, здесь еще какое-то письмо. Приходи сюда один, если хочешь поговорить со мной. Это в твоих же интересах. Парк «Голубая устрица». Я знаю, где этот парк. Послушайте, наша турфирма называется «Норкарейн», и мы продаем лучшие путешествия по Германии. Нет, мы вас нисколько не обманываем. Круиз по Рейну предлагаем эксклюзивно мы. Обычно он стоит 1 200 000 с человека, но вам мы готовы уполовинить цену. У нас есть связи, и вас пропустят через границу в еврозону. Это не ваши проблемы.
это наши проблемы. Отлично! Договорились. Ну все. Обзвоню еще парочку милых дам. И банкротим нашу турфирму. А деньги пусть государство платит. Алло, кто это? Здравствуйте. Я хотел перекупить у вас трупы погибших от пивного доктора. И сколько вы за это дадите? Кольцо с драгоценным камнем Таофеит вас устроит? Ух ты, это очень выгодное предложение. Вам как, доставить по почте или курьером? Рассказывай, зачем ты это все сделал, Пивон Эска. Когда у меня от чумы умерла жена, я хотел найти способ победить болезнь. Именно тогда я и попал на первую Дубровскую улицу, дом 13А, строение 1, где встретил таких же, которые с разбитыми судьбами хотели спасти людей. И именно тогда мы и объединились, чтобы спасать людей пивом, которое вымывало чуму хорошо. Но потом я осознал, что мы побеждаем болезнь, но не побеждаем смерть. А теперь ты, мой друг, увидишь то, как я смог победить смерть.
зомби. Представляю вам дрон огнемет. Сдохните, твари. Тебе пришел конец, Пибон Неска. Я проиграл битву, но не проиграл войну. Я вернусь! Я обязательно вернусь! Ура! Ребята! Этого придурка изолировали! Мы наконец-то можем выйти из подполья! Хороший товар, не обманул. Теперь у меня есть целый грузовик хлеба. Круто. Алло, похоронное бюро Безмора? Значит так, то, что у вас произошли в воскресенье, еще не повод возвращать мне покойников обратно. Что живым людям делать в морге? Нет, денег обратно не получите. Могу вас только трупами закидать, чтобы вы подавились. Эх. Что ж, буду искать другое похоронное бюро. Майор Дрон, я вас искренне поздравляю с успешным завершением миссии. Желаю вам крепкого здоровья. Вот и закончилась эта безумная история. Хотя все могло закончиться иначе. Впрочем, мне предстоит еще одна реабилитация. Спасибо, что досмотрели этот фильм до конца. Всего вам доброго. Слушай ты, режиссер этого фильма, если это можно назвать фильмом, ты чего нас всех так подставляешь? Ты не офигел ли совсем? Ты знаешь, кто ты? Ты пицца с халапеньо, ты сметана с луком. Мы тебя найдем и отругаем по полной. А если ты еще раз посмеешь к нам приблизиться и просто заговорить, то мы тебя всей гильдией...
Привет, красный! Привет, желтый! О чем мы будем сегодня говорить? Мы не будем говорить. А что будем делать? Кушать!